Книга Неемии, глава 3. «И встал Елиашив, великий священник, и братья его священники, и построили овечьи ворота. Они осветили их и вставили двери их. И от башни Мео осветили их до башни Хананнела. И подле него строили иерихонцы, а подле них строил Закхур, сын Имрия. Ворота рыбные строили уроженцы Синаи. Они покрыли их и вставили двери их, замки их и засовы их. Подле них чинил стену Меремов, сын Урии, сын Гаккоца. Подле них чинил Мешулам, сын Берехии, сын Мешизабела. Подле них чинил Садок, сын Бааны. Подле них чинили фикойцы. Впрочем, знатнейшие из них не наклонили шеи своей поработать для Господа своего. Старые ворота чинили Иоиада, сын Пасиаха, и Мешулам, сын Бесодии. Они покрыли их и вставили двери их, и замки их, и засовы их. Подле них чинил Мелатия, гаваонитянин, и Иадон из Меронофа с жителями Гаваона и Мицфы, подвластные Заречному области начальнику. Подле него чинил Уззиил, сын Харгаии, серебряник, а подле него чинил Ханания, сын Гарак-Кахима, и восстановили Иерусалим до стены широкой. Подле них чинил Рефаия, сын Хура, начальник полуокруга Иерусалимского. Подле них и против дома своего чинил Иедаия, сын Харумафа, а подле него чинил Хаттуш, сын Хашавнии. На втором участке чинил Малхия, сын Харима, и Хашув, сын Пахав-Моава. Они же чинили и башню печную. Подле них чинил Шалум, сын Галлохеша, начальник полуокруга Иерусалимского, он и дочери его. Ворота долины чинил Хануин и жители Занааха. Они построили их и вставили двери их, замки их и засовы их, и еще чинили они 1000 локтей стены до ворот навозных. А ворота навозные чинил Малхия, сын Рехава, начальник Беф-Каремского округа. Он построил их и вставил двери их, замки их и засовы их. Ворота источника чинил Шаллум, сын Колхозея, начальник округа Мицфы. Он построил их и покрыл их, и вставил двери их, замки их и засовы их. Он же чинил стену у водоема Селах против царского сада и до ступеней, спускающихся из города Давидова. За ним чинил Неемия, сын Азбука, начальник полуокруга Бефцурского, до гробниц Давидовых и до выкопанного пруда и до дома храбрых. За ним чинили левиты, Рехум, сын Вания, подле него чинил Хашавия, начальник полуокруга Кеильского за свой округ. За ним чинили братья их, Баввай, сын Хинандада, начальник Кеильского полуокруга, а подле него чинил Езер, сын Иисуса, начальник Мицфы, на втором участке, насупротив всхода к оружейне на углу. За ним ревностно чинил Варух, сын Забвая, на втором участке от угла до дверей дома Елиашива, великого священника. За ним чинил Меремов, сын Урии, сын Гаккоца, на втором участке от дверей дома Елиашивова до конца дома Елиашивова. За ним чинили священники из окрестностей. За ними чинил Вениамин и Хашув против дома своего. За ними чинил Азария, сын Маасеи, сын Анании, возле дома своего.
за ним чинил Биннуй, сын Хенадада, на втором участке от дома Азарии до угла и поворота. За ним Фалал, сын Узая, насупротив угла и башни, выступающей от верхнего дома царского, которая у двора темничного. За ним Фидаия, сын Пороша. Не Финеи же, которые жили в Офеле, починили насупротив водяных ворот к востоку и до выступающей башни. За ними чинили фикойцы на втором участке, от места насупротив большой выступающей башни до стены Офела. Далее ворот конских чинили священники, каждый против своего дома. За ними чинил Садок, сын Иммера, против своего дома. А за ним чинил Шамайя, сын Шаханнии, сторож восточных ворот. За ним чинил Хананья, сын Шелемии, и Ханун, шестой сын Цалафа, на втором участке. За ним чинил Мешулам, сын Берехии, против комнаты своей. За ним чинил Малхия, сын Гацорфия, до дома Нефинеев и торговцев, против ворот Гамифкад и до угольного жилья. А между угольным жильем до ворот овечьих чинили серебряники и торговцы.